мы видели полуфинальные забеги, где были показаны, ну и до этого, и в финале, в полуфиналах были очень, конечно, высокие результаты. К сожалению, вот Бабалоки Тебе, который лидер сезона 44-22, был дисквалифицирован. И здесь вот по результату, по крайней мере, остался такой один фаворит Абдалеле Харун из Катара. Он по шестой дорожке здесь бежит. Ну вот у всех финалистов, кроме Китадани, японца, по третьей дорожке и по девятой еще один японец Мацукия. Результат хуже 46 секунд. У всех результаты 46 секунд. Ну вот, кстати, Караба Сибанда из Ботсваны 45-15 установил здесь личный рекорд. Дорожки 45-13. Ну а вот Юберт Ландон, которого вы видите, еще один американец, 45-28 имеет. То есть вот, да, ну и кенийский протеж 45-38. То есть вот 4, 5, 6, 7 и 8 дорожка. Ну, впрочем, и колумбиец, может быть, Энтони Замбрано, у которого 45-81, тоже преподнесет сюрприз. Ну, если по результату брать, то Харун должен победить. Вот вы его видите. Но уже много раз бывали сенсации. Может быть, кто-то преподнесет сюрприз. Но в любом случае, ребята готовы бежать по 45 секунд с небольшим. Так, финал на 400 метров. Чемпионат мира среди юниоров. Харун, лидер сезона, шестая дорожка. Ну, такое ровное пока. Ровное начало. Сибанда очень хорошо бежит. Но Харун сейчас обгоняет уже американцев. И Сибанда за ним следует. Вот, пожалуй, между этими спортсменами, видимо, развернется основная борьба. Сибанда даже сейчас впереди. Первым, видимо, выйдет на финишную прямую. Но не слишком ли сильно он провел половину дистанции? Харун не сдается. И вот упорнейшая борьба. И все-таки сказывается преимущество Харуна. С большим трудом он выходит вперед, но побеждает американец, набегает и становится вторым. Итак, 44,82 секунды. Ну что ж, почти такой же результат, какой у него был в этом сезоне, показывает Харун. Результат очень-очень высокий. Он становится чемпионом. 44,66 рекорд чемпионатов, то есть совсем... Даже 44,81 показывает, повторяет свой лучший результат в нынешнем году. И до рекорда чемпионата совсем немного осталось. Но Сибанда увлекся, конечно, погоней за спортсменом из Катара. И в итоге уступил серебро, во-первых, Камари Монтгомери, у которого 45,27. Кенийц там хорошо набегал, но чуть-чуть ему не хватило. Ну и Сибанда, ну, личного рекорда, понятно, уже не получится. 45-45. Ну, мощный, конечно, спортсмен, очень талантливый. Ну вот какие-то странные изменения, вдруг исчез результат Монтгомери, потом исчез Сибанда, пока непонятно.
Ну и кто вообще финишировал-то? Может, это Лондон был, а не Монтгомери? Ну вот, сейчас вроде установили уже окончательный, да. Харун Уилби Лондон все-таки третий. Я имею в виду третий, так фамилия у него пишется. 45-27. Он как раз личный рекорд установил. У Сибанды 45-45 бронза, у Кипротища 45-64, у Монтгомери 46-48, он пятый. Вот уже окончательные точные результаты в беге на 400 метров.